Разминка закончится. Закончена. Прошу прощения, Кевин Рейнольдс, канадец, на льду.
какой-то неадекватный набор прыжков сейчас он нам показал, но это абсолютно в его стиле. Вы, наверное, сами видели во второй части программы «Каскады 3-3-3». И Лутс Ридбергер он делал. И показал, что по сравнению со вчерашним прокатом, это, конечно, уже совсем другое дело. Запас класса у него большой, вот что он показал. Но вчера он как-то совсем не свое катал, ощущение, что ему было немножко лень. Прыгать это, делать это. Единственное, совсем без хода катается. Казалось бы, такие длинные ноги, можно ход набирать просто двумя шагами, и ты уже уехал к другому борту, противоположному. А он все на месте как-то. Топ-топ-топ-топ-топ, вот так вот. Грандиозная музыка, конечно. Мне даже показалось... Руками, взглядом он все отыгрывает. Казалось, что это гимн Лиги Чемпионов футбольный в какой-то момент. Здесь вот он сорвал. Ридбергер в начале программы, я думаю, на четверной заходил. Вот. Легенький четверной тулуп. Здесь поборолся он за выезд. В недокрут сделал сальхов. И хороший тулуп туда прицепил тройной. Высокий тройной аксель. Тоже без ошибок. А вот этот каскад. Тройной флип, тройной тулуп и тройной ридбергер. Ну, ридбергер не докрутил, но сама суть, что во второй половине он может делать такие каскады. Вот тройной лутс, тройной ридбергер он сейчас делает. Тоже, может быть, придерутся, но я думаю, что не станут. Единственное, мне кажется, там спорное ребро было на лутсе. Порадовал Кевин, умничка. Вчера мы уже как раз обсуждали, что... Хорошо сохранился парень, 27 лет. Да. 26, прошу прощения. Ну, незаметно этого. Да, 27 меня поправляет Юля. Вроде мы вчера обсуждали как раз, что 27. Пускай будет 18. Да я думаю, вечно даже 15 молодой. И нормально. 162. Достойные баллы, да? Да, да, с такой техникой. Техника упала, кстати, сильно, там было почти под 100 баллов, сейчас 88. Это значит, что и недокруто, и, возможно, ребро. Катался бы вчера достойно, может быть, вошел бы в шестерку сильнейших по итогам. Вошел бы, конечно, но вчера, да, не его был день. Но сегодня порадовал. Александр.